Туда, вот туда камера смотрит, если что. Сюда подошел. Что, мне тебя притащить сюда? Выключи камеру. Она вон туда смотрит, дебилоид. Давай дыши сюда, подходи. Я жду. Тупой дал. Смотри, где камера. Угу. Вот только меня видно. Ну-ка еще раз. Руки. Руки, мразь. Вот. Че, пи***, накурился? Да так ты не курил. Лошадь, я сумасшедшая. О, все, я сумасшедшая. Мозги поплыли. Сейчас я тебе поплыву. Сейчас какие мозги тебе покажу. Домой зашел, ты хорошо. Я ничего не делаю, блин. И чё? Ну не стоит, иди за***. Поняла? Кобыла, чё твой друг тебе говорит? Эй ты! Какой друг? Филипенко! Ничего! По***ю просит у меня? Нет. А чё ты к нему ходил? Я просто гуляю. Ты матери должен сказать подойти. Я тебе говорю. Я тебе телефон дам еще. Телефон мой, да? Да, забирай. Все. Все, пока. Я не собираюсь тут жить. Не думаю, что кончить. Ничего не делаю. Буду в Инге жить. В Инге? Да. Мочу пить. Да, буду мочу пить, но не с тобой жить. Все тебе плохого сделаю. Ты меня позовешь, не с тобой говоришь. Я потеряла тебя, все, слышат это? Дебилой. Просто домой зайди и успокойся, вот и все. Это дурдом. Давай, говори. Это дурдом. Я не ожидала тебя. Я сама в... Ну пусть мочу пьет, идет. А давайте тете Зое позвоним, пусть она его перехватит и ему раскрошит. Она-то ему... Прикиньте, я у него забрала телефон, дала ему сказать, я не буду с тобой жить, шапку, и он ушел. Телефон забрала. Это просто перекуренный чувак. Вот и все, что я могу сказать. Артем, он шабит, короче, что-то. Просто так не может такого быть, чтобы вот так он дергался, неспроста. Правильно же говорю? На. У меня нога вот такая, как на зло, блядь, пухшая. Я ничего не могу сделать. Как я его верну-то, блядь, бежать за ним по улице? Ну-ка, Артём, посмотри, куда он пошёл. Телефон забрала. Сейчас побежит к друзьям. И опять дальше будет. Да эту хуйню. Чё они курят? Спай сейчас курят? Или чё, малолетки вот эти еб***ь? Я его порву на***. Не, он дыхнул, всё, не воняет. Я еб***. Сколько его часов не было? Он убежал. Куда убежал? Не знаю. Он убежал, значит, раз